Дорогие друзья, уважаемые гости, присутствующие на нашей первой конференции американской туристической компании Pro Travel Plus. Добро пожаловать в мир путешествий. Сегодня я вам расскажу интересную информацию о маркетинге, о путешествиях, о том, что предлагает нам компания. Но вначале бы я хотела остановиться на том, что нам предлагается такой, знаете, большой, вкусный, денежный кусок огромного финансового пирога, который называется туристический бизнес. Сейчас 90% дохода от туризма бронируется онлайн. И мы с вами сможем работать как независимые туристические агенты, на этом очень хорошо зарабатывать, потому что миллиард долларов в день проходит сейчас через интернет. Сейчас все заказывают через интернет, кто-то не хочет идти в агентство, через интернет это дешевле, быстрее. И туристический бизнес таким образом дает 8 триллионов ежегодного мирового товарооборота, потому что все путешествуют. Кто-то едет отдыхать, кто-то на лечение, кто-то к родственникам, кто-то на учебу, у кого-то деловая поездка. То есть все постоянно куда-то едут, покупают билеты, и все это сфера туристического бизнеса. Это огромная вот такая вот ниша, огромный рынок, который мы можем с вами заполнить, и здесь прекрасно и отдыхать со значительными скидками, и хорошо очень зарабатывать, даже никого не приглашая, кто не хочет никого приглашать. Итак, компания Pro Travel Plus, она совсем только родилась, новорождённая 1 июня 2015 года. Предстарт её начался в середине апреля и уже получил очень большой резонанс во всём мире. Компания зарегистрирована официально в городе Карсон-Сити, это столица штата Невада, и здесь находится управление компании. Это туристическое агентство, которое свои услуги решило продвигать по методу multi-level маркетинга и создало вот такой вот прекрасный маркетинг, прекрасные для нас условия. Здесь есть юридический адрес компании, вы можете поехать туда, позвонить, написать, проверить в интернете. Я даже смотрела на карте Гугла, нашла это здание очень красивое, даже внутри видела все эти там бюро с глобусами, посмотрела. То есть это реальное здание, реальные люди, которые работают. И здесь очень интересно продвигать этот продукт. Мы можем его продвигать не только через интернет, но мы можем путешествовать, взять с собой визитку вот такую, сделать под себя, поехать и рассказывать, что мы отдыхаем намного дешевле, чем кто-то. Мы еще и зарабатываем, даже можно никого и не приглашая, просто быть путешественником, быть членом этой компании, как бы туристический клуб, такая вроде бы деятельность, и мы можем зарабатывать просто находясь здесь. Таким образом, вы, когда становитесь участником клуба, пользуетесь всеми его возможностями. Значит, основатели этой компании Pro Travel Plus являются CEO, это организатор Сет Фразер и вице-президент Шарль Вест. Ну, я не знаю, как правильно произносить, я произношу на французский манер Шарль, вы можете говорить Чарль. И это лидеры с 18-летним опытом работы в индустрии туризма. Сотрудники компании тоже, я здесь поставила фамилии, вы можете это тоже проверить в интернете. Сет Фразер, он очень открытый, он записывает видео, выставляет на YouTube, есть официальный канал Pro Travel Plus, есть в Facebook официальная страница этой компании. И вы можете посмотреть его, увидеть, он очень зажигательно говорит, очень такой... Я даже не понимаю, о чем он говорит, но мне приятно смотреть на его такое вдохновение, на азарт, на оптимизм. И видите на фотографии, это тоже очень жизнерадостный такой человек. Они создали очень интересную компанию, и настолько понравилась идея этой компании, что уже 172 страны подключилась к этой компании. То есть люди, проживающие
в этих странах. И темп роста просто невероятный. Действительно, когда вы зарегистрируетесь, вы сами можете это увидеть в своем бэк-офисе. Целью компании является сделать каждую семью счастливой, чтобы люди смогли путешествовать, чтобы они не просто мечтали или смотрели на красивые картинки, а чтобы они жили в этой жизни, чтобы они наполняли отели, чтобы они приносили прибыль туристическому бизнесу во всем в целом мире. И если каждая семья будет обеспечена, если все будут путешествовать, тратить деньги на одежду, еду, там, на какие-то интересные товары, то тогда, наверное, кризиса у нас не будет. Нам нужно создавать мир благополучных людей, мир финансово обеспеченных и свободных людей. Компания ProTravel Plus предлагает нам быть в ряду ее путешественников. Она разыскивает таких заядлых путешественников, как мы с вами. И здесь можно также зарабатывать хорошие очень деньги. Моя такая цель сейчас — создать хорошую команду, очень сильную структуру, организацию, чтобы мы с вами стали такими, ну, хорошо зарабатывающими интернетчиками, интернетчицами, и организовать, возможно, в ноябре месяце, например, поездку всей нашей командой, поехать куда-нибудь или в круиз, или какие-то острова выберем, чтобы было доступно по документам каждому из нас. И мы с вами встретимся не только через интернет, а в реальной жизни, пообщаемся, поделимся опытом, прекрасно отдохнем и покажем другим людям во всем мире, что можно жить лучше, можно жить без проблем, можно путешествовать и очень легко и просто зарабатывать. Дело за выбором. Нужно правильно выбирать компанию. Компания ProTravel Plus предлагает нам свои продукты. Это скидки более 45% порой на проживание в отелях по всему миру, билеты на авиаперелеты, домики, которые вы захотите снять, допустим, мунгало, аренда автомобиля, круизы, концерты звезд мирового уровня, также еда, вещи. Все это находится внутри бэк-офиса нашей компании. Я сейчас все это быстренько проштудирую, переведу и научу вас заказывать все, что вы захотите через бэк-офис наш со значительными скидками. Особенно в преддверии лета, отпусков, это очень актуальная тема, и многим людям это может даже помочь сэкономить в бюджете на путешествии. Регистрация у нас очень простая. Вы берете реферальную ссылку своего спонсора, пишете здесь имя, фамилия английскими буквами обязательно, почта Gmail, потому что ru не принимает, только в системе com, и пишете свой номер телефона. Не забывайте, что вначале всегда пишется код страны международный. Не восьмерка, как внутри страны, а семерка, международный код. Будьте внимательны, пишите правильно код своей страны. После того, когда вы зарегистрировались бесплатно, компания вам, значит, вас поздравляет и приглашает вас посмотреть, кто присоединился, из какой страны, как растет бизнес. И поскольку вы как бы принролят это, то есть как бы, ну, бесплатный пока еще, вы можете просто ознакомиться с функциями, которые есть в бэк-офисе. Ну, естественно, многие кнопки вам не будут доступны, как типа там структура, заработок, вывод денег и так далее. Но что вы можете посмотреть? Вы можете увидеть сверхвысокую активность, скорость регистраций из разных стран мира. И здесь на табло вас будет видно, что буквально каждую секунду регистрируются люди, даже по несколько регистраций идет. Из разных стран мира, в зависимости, какое время, в какой стране. А когда Америка спит, работают другие страны, когда, как говорится, Америка бодрствует, меньше наших флажков. Но еще здесь совершенно нет практически русских, украинских флажков. Казахстан кое-когда появляется, Прибалтики вообще еще нет. То есть для нас это чистое поле, чистый рынок. Пожалуйста, подключайтесь и приглашайте людей. Давайте сделаем так, чтобы наши флажки тоже были в этом рейтинге, и мы тоже проявили активность из наших стран.
Здесь вы увидите, у вас будет написано, что, ну, там на английском языке вы можете выбрать русский язык и все читать на русском языке. В тот момент, когда я регистрировалась, меня это очень сильно впечатлило. За буквально там 1-2 дня за мной уже было практически 400 человек проплаченных и 6072 предварительно зарегистрированных. И этот рост постоянно увеличивался. Это, конечно, очень впечатляет, и меня это подтолкнуло к более быстрым действиям. Я нервничала, искала деньги, как деньги положить на карту. И, в общем-то, 30 числа я проплатилась. Когда вы видите дальше, потом просматриваете вот эти вот регистрации, то вы видите, что здесь есть светлые полосы и желтенькие. Желтенькие – это те, кто уже проплатился. И вот видно, я этот скриншот сделала 1 июня. Человек зарегистрировался 18 апреля, а проплатился 1 июня. То есть вот эта вот огромная очередь, которая растет, там несколько тысяч человек, предварительных партнеров, кто-то деньги ищет, кто-то раздумывает, кто-то наблюдает за компанией, и в один момент он может проплатиться или сразу, или на следующий день, или через 2 недели, через, видите, тут 1,5 месяца. То есть компания сохраняет этих людей как бы в архиве, в статистическом, и в любой момент они проплачиваются, они становятся в команду. И здесь вы увидите, будет у вас на английском языке написано, на русском языке это как срез, мы говорим, или сжатие. Значит, во вторник и в пятницу все вот эти вот непроплаченные партнеры, они как бы остаются на своих местах, а желтенькие проплаченные, они подтягиваются наверх, выше. И поэтому тот человек, скажем, вот этот вот его спонсор пригласил вот этого желтенького, но он не проплатился, вышестоящий спонсор. Значит, желтенький уходит и становится под следующего человека. То есть так вот выстраивается единая международная линия, и он становится под следующего человека, давая перелив вот этому партнеру. А его спонсор на какой-то период потерял этого человека. То есть он его потерял, совсем потерял, потому что он не был проплаченный. Но у него опять набежит новые люди, новые какие-то незнакомые, и все равно потом его, когда он проплатится, будет идти заполнение. И когда вот компания делает такую компрессию, сжатие, то получается вот такое плотненькое идет построение партнера за партнером, и все становятся друг за дружкой и выстраивают единую линию. Поэтому помните, что у нас до 8 часов где-то утра московского времени еще есть время, кто не проплатился, и тогда вы сохраните свою позицию, вы не потеряете своих лично приглашенных, и вы сможете получить, уже проснувшись завтра утром, увидеть, у вас будут переливы, у вас будет уже какая-то картина у вас в организации, если вы, конечно, ну, немножко что-то там... Ну, прошло немножко времени, и уже кто-то вам может попасть по переливу. Значит, что вы смотрите еще в бэк-офисе? Вы видите, здесь у вас в разделе travel, то есть туризма, будет разные, как я перечислила, полеты, там билеты на самолеты, круизы, отели вы можете заказать. Ну, это вы можете посмотреть, пролистать этот booking и увидеть, какие здесь действительно более дешевые цены. Как стать путешественником? Многие, например, не хотят заниматься никаким бизнесом, они говорят, что я хочу просто вот зарегистрироваться, чтобы дешевле покупать себе всякие там поездки, и почему бы и нет, я буду проплачивать деньги, эти ежемесячные взносы небольшие, лучше я сюда проплачу и буду потом еще и зарабатывать огромные деньги, чем я просто отдам туристическому агентству и ничего не заработаю. Потому что агентство берет часто, в зависимости от цены на путевку, берет от 10 до 30%. И если это там дорогостоящая какая-то путевка, то если мы посчитаем, то это приблизительно будет то же самое, что мы проплачиваем наши ежемесячные взносы. Только мы на этом еще и зарабатываем. А если мы пойдем в агентство, мы просто отдадим деньги, чтобы люди заработали, а сами съездим просто и все. И опять нам нужно собирать деньги на следующую поездку. Здесь, проплачивая ежемесячные взносы, мы создаем себе капитал и живем, в общем-то, вольготно и добротно. Значит, как оплатиться? Вы в своем бэк-офисе, у вас будет внизу там 3 кнопочки, нажимаете на салатовую «Continue» и выбираете подписку на членство в компании «Pro Travel Plus».
У нас есть три входа, три ранга, одной звезды, две звезды и три звезды. На каждый ранг, независимо какая у вас звезда, мы проплачиваем $35. Это единоразовый взнос за вход в компанию. Компания открывает нам наше как бы досье. Это деньги за управление бэк-офисом, за то, что компания обслуживает наш бизнес. Мы больше ничего за бэк-офис не проплачиваем. А вот дальше идет 34,95. Это ежемесячная подписка на ранге одной звезды. Вы, допустим, начинаете зарабатывать со второго, с третьего месяца. Вы можете проплачивать это внутренними своими комиссионными, не обязательно с карточки. Если кто-то не наработал, вам придется, возможно, проплатить еще один раз на следующий месяц. И я уверена, что уже на третий месяц вы обязательно заработаете эту сумму, даже никого не приглашая. Если вы будете приглашать, вы можете зарабатывать в день от нескольких десятков до нескольких сотен долларов ежедневно или еженедельно, в зависимости от вашего желания работать в этом бизнесе. Значит, ранг 2 звезды, одинаково у нас идет единоразовая проплата $35, но здесь уже подписка почти $200. Это подписка на 6 месяцев. Я зашла на этот ранг, мне он очень нравится, потому что это дает больше возможностей для бизнеса. И 6 месяцев мне не надо ни о чем думать, мне не надо, хотя уже и заработала достаточно. Но если бы человек и не заработал, он проплатился один раз, ему в течение 6 месяцев уже пойдут хорошие потом как бы прибыли от организации, и ему в течение 6 месяцев не нужно будет ничего платить, он будет спокоен за свой бизнес. Самый лучший вход, конечно, это ранг 3 звезды, подписка одноразовая на год. Ну, я не считаю $35, это единоразовое. Вы проплачиваете $400, и вы больше ничего не платите в течение 12 месяцев. Вы только можете заниматься бизнесом, зарабатывать деньги, но чем выше ранг у вас будет, тем больше вы будете зарабатывать по маркетингу. Также компания нам дает ваучер на $500. Я, например, хочу использовать этот ваучер на авиаперелет, на билеты. Вот, и, в общем-то, заходите в туристический портал, здесь вот есть видео, нажимаете на кнопочку, можете посмотреть видео, как это все делается. В общем, там все понятно, хоть и говорят на английском языке, но курсором показывает, вы просто видите, следите, как объясняет, и можете самостоятельно все это изучить, не дожидаясь моих роликов на русском языке. Это у нас такой подарок от компании, или вы можете выбрать какое-то место своей мечты, поехать и прекрасно отдохнуть, добавить эти $500 к вашему путешествию. Если кто-то спросит, что мы делаем в этой компании, мы с вами продвигаем красоту, мечту, мы предлагаем человеку быть финансово независимым, рассказываем о маркетинге, учим его бизнесу, создаем сеть, строим структуру и зарабатываем, как говорится, на то, чтобы осуществить свою мечту. Итак, давайте поговорим о маркетинге. Значит, по маркетингу он разработан так, чтобы люди могли зарабатывать ежемесячный пассивный доход легко и быстро в самой большой, динамично развивающейся индустрии интернета, туризме, путешествовать, сделать эту работу интересной для людей и делиться этой возможностью с другими людьми. Нам очень легко предлагать наш продукт. Допустим, кто работает в продуктовых компаниях по здоровью, это уникально благородная миссия, люди несут здоровье, но очень трудно человеку доказать и там убедить его, что этому нужно, что полезно, кто-то боится, кто-то не хочет, где-то это ответственность, потому что, может, не каждому подойдет какая-то пищевая добавка, потом ты еще виноват будешь, а у нас просто, у нас товар такой, который безопасный, он только дает радость, удовольствие, как бы, ну, приятные моменты, никакой нет такой ответственности, что там кому-то плохо станет от принятия этих пищевых добавок. То есть у нас очень приятный продукт, нам очень приятно его рекламировать. Как его рекламировать, как работать, я буду проводить школы и буду вас обучать, как приглашать к нам людей, даже тех, кто абсолютно не хочет заниматься бизнесом, просто нужно будет им предлагать туристические услуги. Мы это все будем изучать с вами на школе. Итак, давайте поговорим теперь о деньгах. Значит, реализация мечты находится в нашем денежном маркетинге. У нас 5 потоков дохода, у нас 2/14 форсированная матрица, у нас заработок возможен без приглашений, пусть медленнее, но тем не менее это возможно.
У нас мощная международная линейная система, которую я вам показала. И у нас идут действительно очень хорошие переливы, и все это реально. Зарабатывая деньги, вы выбираете себе направление и летите на любой континент, смотрите красоты мира в реальной жизни, а не только на картинке. Значит, размещение партнеров у нас происходит в среду и в субботу после сжатия, после компрессии во вторник и пятницу. Утром вы проснетесь и вы увидите, что вот эти вот пустые квадратики у вас уже будут наполнены, возможно, партнерами. Значит, если вы подписываете человека в середине недели, и он не появился в вашей структуре, здесь в этой матрице, знаете, что это будет у вас только на следующий день после компрессии, среда или суббота. Вот таким вот чернильным цветом номер, это по переливу пришел человек. Все вот эти вот беленьким номера, это будут лично приглашенные. Таким образом вы сразу увидите, кто перелив, а кто нет. Когда я вот, надо было мне скриншот сделать, хотя мы не имеем права показывать данные, когда мы нажимаем на квадратик, здесь видно имя, фамилия, какая-то американка ко мне залетела сверху в структуру. Вот вам уже конкретный перелив, ко мне пришел сразу после первого сжатия. И завтра будет очень приятный день, мы проснемся, кто поработал на этой неделе, вы увидите, как у вас уже будут заполнены уровни. У меня за вот эту первую неделю работы уже будет, наверное, заполнен четвертый и половину пятого уровня. Представляете, какой темп в этой компании, почему? Потому что она очень понравилась, очень нравятся ее услуги, нравится продукт и очень нравится бизнес. Я начну с самого приятного, то, что понравится очень многим людям, то, на что очень многие идут, и это массовый бизнес, потому что здесь можно зарабатывать, даже никого не приглашая. Здесь, проплачивая свои ежемесячные членские наши клубные, или, как сказать, туристические взносы, $35, то ли это ежемесячно, то ли два раза в год, то ли один раз в год, как вы заплатите, вы становитесь в команду, как я вам показала, и идет заполнение. И неважно, даже если вы никого не пригласили, за вами все равно будут заполняться уровни. Я подписала членов своей семьи, я не собираюсь никого под ними подписывать, я подписываю только под себя, но под ними уже встали уровни, заполнится, и гарантированно они будут зарабатывать, и зарабатывать, и зарабатывать. Я вам покажу на следующей таблице, какие суммы. Здесь можно зарабатывать ежемесячно больше $2000, даже никого не приглашая. Потому что когда вы встали в систему, когда вы зафиксировали свою позицию в системе вот этой единой линии, вы становитесь вверх в матрице после вашего спонсора. Это так идет распределение, что она как бы идет единая линия, но потом она, вот как бы, знаете, как вот по конвейеру она идет, а потом падает вниз, а там такая корзинка, и в корзинке она в свою ячейку становится, где какие там есть ячейки. Так и у нас единая линия. Хоп, это ваш спонсор, значит, вы под него встали, вы сюда. Следующий, он может упасть с этой единой линии к вам в матрицу. Вот это вот есть единая линия. И заполняется вот эта вот наша, скажем даже, ну как, матрица или воронка ее можно назвать. Вы становитесь вверх под вашим спонсором, это понятно, как у нас обычно заполняется. Но самое главное, что мы зарабатываем, даже никого не пригласив, вплоть до 14 уровня, в зависимости от вашего ранга. И поскольку партнеры, каждый проплачивает ежемесячно взносы, то каждый обеспечен нашими комиссионными. И представьте себе, что когда вы один раз заполнили вот эту вашу команду, вы постоянно будете зарабатывать, сделав один раз оборот, сделав один раз работу, один раз пригласив людей, вы постоянно будете зарабатывать на этом свои ежемесячные комиссионные. И выплаты по резидуальной или пассивной вот этой вот нашей матрице 2 на 14, она происходит на второй месяц после работы, то есть все, что мы сделаем, какой мы оборот построим нашей общей командой за июнь месяц, мы эти деньги получим, наверное, 2 июля, потому что я зарегистрировалась 27 мая, 30 проплатила членов своей семьи, вот, и мне уже 2 июня были первые начисления, значит, начисления будут у нас сразу четко 1 или 2 числа. Значит, если мы посмотрим
на эту таблицу, то на нее, конечно, очень приятно смотреть, очень радует глаз она. И мы видим, что в ранге одной звезды мы получаем, даже никого не приглашая, 2053 доллара. Конечно, если вы будете стоять, то это будет постепенное, медленное заполнение. Вы видите, что вот, например, на каком уровне? На пятом уровне, мне даже можно сказать на четвертом уровне, это очень маленькое количество человек, на четвертом уровне вы уже себе заработали на ежемесячную подписку. Поэтому, если вы хотите ускорить, вы можете пригласить одного или два человека. Не надо приглашать много, если вы не хотите, если вы не любите. Расскажите, ну, хотя бы два человека и научите их сделать то же самое. Если каждый два по два будет приглашать, это просто будет ураган в нашем бизнесе. Мне американцы говорят: Людмила, что вы там делаете? У вас такие подписки. Я говорю: да мы еще и работать не начинали, мы еще конференции не начинали. Мы только смотрим на вашу компанию. Они говорят: а вы не можете это продавать этих рефералов, мы покупать у вас их будем. Я говорю: нет, у нас люди не продаются. Мы, говорю, работаем дружно, вместе, и так где-то вы видели, чтобы эти партнеры продавались? Нет, говорю, русские так не работают. Они просто в шоке от того, как мы работаем. Поэтому нужно взяться темпами быстро. Можете больше приглашать? Приглашайте. Не можете? Ну, потерпите. Второй месяц, может быть, вам еще придется проплатить один раз эти 35 долларов. Или зайдите на две звезды. Вы будете получать с двух звезд тогда до 12 уровня. Это 8,5 тысяч долларов. Представляете себе? Вот мы сейчас с вами возьмемся до Нового года. Уже застроим значительно нашу эту матрицу, причем не только нашими силами, а сюда ведь и переливы будут попадать сверху, это вся международная линия постепенно сюда тоже падает. Не все, конечно, те, которые за вами будут идти, а часть из них будет тоже, мы будем все перемешиваться, вы видели флажки из разных стран мира, и она будет заполняться. И на третьем ранге, звезда 3 ранга, мы будем зарабатывать с вами 25 708 долларов, практически 26 тысяч долларов. Представьте себе, что я не думаю, что кто-то сможет устоять и не рассказывать о такой возможности, начиная зарабатывать. Естественно, люди начнут делиться опытом, своими результатами, даже с теми, кто... Ну, кто никого не пригласил, они потом захотят, значит, ну, рассказать и поделиться такой возможностью. Всегда можно сделать апгрейд, например, если вы зашли на 35 долларов на ежемесячную подписку, вы можете купить ранг второй звезды и ранг третьей звезды. Только если вы зашли на ранг одну звезду, то как-то можно доплатить, это, в общем-то, не существенно, потому что мы доплачиваем не по разнице, а покупаем сразу полный пакет. Если я зашла на две звезды, так я, конечно, не буду покупать ранг три звезды, платить за это 400 долларов, теряя 200. Здесь нет такого, чтобы я там доплатила, только покупаешь полную. Поэтому, когда вы заходите, вы сразу продумываете, как вы хотите работать. Но здесь еще есть одна интересная фишка, которую я вам покажу дальше в следующих слайдах, как можно получить ранг 2 или 3 звезды, зайдя на 35 долларов на подписку только на ранг одной звезды. Следующий вид бонуса – это, значит, как бы мощная, бонус мощной линии. После регистрации партнеров за вашим местом по общей линии в системе начинает быстро расти вот эта вот линия, чтобы ускорить построение нашего бизнеса и чтобы люди быстрее зарабатывали. То есть компания хочет, чтобы мы как можно скорее заработали вот эти хотя бы первые 35 долларов и проплатили на следующий месяц. Тогда если каждый будет проплачиваться, значит это будет финансовая стабильность. Все проплачиваются, мы все получаем огромные деньги. Вот это вот уникальность маркетинга компании. И мы будем с вами получать до пятого уровня 3%. Причем эти линии, вы видите, вот стрелочки показаны. Это значит, что у вас может стоять неограниченное количество человек в каждой линии. И вы будете каждый раз получать очень большие деньги. Я сделала слайд по этому бонусу. Но я еще уточню некоторые моменты у своего спонсора-американца. И тогда я на следующей конференции вам более подробно объясню этот момент. Пока я не буду говорить лишнего, чтобы я не ошиблась. И в следующий раз я вам больше расскажу, как именно выстраиваются эти линии. Ну, также хочу еще сказать, что спонсор у меня американец. Он очень
опытный, очень профессиональный. Они прекрасно работают, они создали команду, у них команда называется «Элит». Уже много лидеров находится на лидерской доске из этой команды. И спонсор у нас просто суперный. Если есть какие-то вопросы, он сразу может помочь, обратиться в компанию. То есть это носитель языка, американец. Я специально выбрала сильного спонсора для нашей команды. Значит, Fast Start бонус, он выплачивается за подключение личных. Это очень выгодно. Поверьте, когда вы поймете этот маркетинг, вас просто вот, вы сразу начнете думать, ой, а кому рассказать, куда побежать, что делать в интернете или знакомым, потому что и вы, и кому вы расскажете, кто это будет работать, здесь будут большие деньги. За каждого нового личного приглашенного мы получаем один раз за его, ну, покупку, скажем, ранга, мы получаем комиссионные на следующей неделе. Если вы на этой неделе поработали, на следующей неделе вы получите комиссионные. То есть здесь у нас заработок еженедельный по этому виду бонуса. Если вы зашли на ранг одной звезды, то вы будете получать только по первой линии за приглашение ваших личных $15, если он зайдет на одну звезду, $25 вы получите, если он зайдет на две звезды, и $30 вы получите, если он зайдет на три звезды. Поэтому, если вы находитесь в ранге одной звезды, если кто-то, допустим, вы пригласили людей, ваши же люди, они же не стоят на месте, они тоже начинают кого-то приглашать, но вы в ранге одной звезды, вы не получаете ни со второй, ни с третьей линии. Тот, кто заходит на ранг 2 звезды, с каждой регистрации партнера, значит, ну, по первому уровню это понятно, одинаково, но вы получаете и со второго уровня $5, и, значит, из 3 звезд вы получаете тоже $5 со второго уровня. У меня сейчас на сегодняшний момент 21 лично приглашенный, а во второй линии, наверное, уже, так я думаю, человек 50. И даже если я... ну они заходили в основном на одну звезду. А, нет, вторая звезда, подождите, сейчас я немножко запуталась. Если бы они заходили на две звезды, то я бы получила $5. Да, так как они заходили на одну звезду, мы не достаем. Но, тем не менее, подождите, я немного запуталась. Сейчас я подумаю, то я устала. Значит, когда люди заходят и проплачивают Fast Start бонус 2 звезды. Все. Значит, если вы в ранге 2 звезды, это мне просто какой-то глюк был в мозге. Значит, вы заходите на 2 звезды, у вас вторая линия, вы получаете по $5, независимо на какой ранг зашел человек. Если вы находитесь в ранге 3 звезды, значит, с третьего уровня вы тоже будете получать по $3. Таким образом, это будут очень большие деньги, потому что если вы приглашаете рабочих людей, и они не приглашают, то вы будете каждый раз за вторую и за третью линию получать с ранга 3 звезды. Нужно стремиться как можно быстрее идти к этому уровню и получить ранг 3 звезды, то ли купив его, то ли выполнив квалификацию. Значит, матчинг бонус, это его еще называют лидерский бонус, это считается самый крупный бонус и в нашей компании, или в других компаниях, там, где есть вот этот матчинг бонус лидерский, по нему лидеры очень мощно зарабатывают. Вы будете постоянно получать, вот, например, вы пригласили там, скажем, 5 лично приглашенных, и у вас эти люди потихоньку работают. Где-то кто-то кого-то приглашает, у вас создается товарооборот вашей ветки, у вас будет 5 веток. И если вы будете находиться в ранге одной звезды, значит, вы будете получать 15% от месячного товарооборота каждой вашей ветки. Если у вас будет, например, 5 веток, как я сказала, значит, будете с каждой ветки получать, значит, только от ваших личных по 15%. То есть они там проплачивают по $35, или там эти Fast Start бонусы берут, вы получаете 15%. Но от товарооборота каждой ветки. Если вы находитесь в ранге 2 звезды, вы получаете до третьего уровня от товарооборота вашей ветки. То есть в вашей ветке будет, например, из 5 этих веток
Вы пригласили личного, он кого-то пригласил и тот кого-то пригласил. У вас будет три уровня, вы будете доставать до третьего уровня и из каждого уровня, там с первого, второго и третьего, получать 25, 10 и 5%. Это выливается, знаете, когда будет структура чуть-чуть больше, ну и в десятки, и в сотни, потом тысячи, а потом десятки тысяч долларов. Ну и так далее. Вы видите, три звезды вы будете доставать до пятого уровня по процентам. И есть у них ранг 3 Star Elite, это не покупается, она только можно квалификацию ее сделать. Вы достигаете до шестого уровня. Это у вас будут очень большие комиссионные. Дальше. Посмотрим. Ну, в принципе, то я вам и объяснила уже. Я не буду об этом рассказывать, чтобы не тянуть время. Если у вас есть ранг 3 звезды, вот приводится как бы пример. Ну, давайте все-таки разберем. Приводится пример. Вы пригласили, например, 10 человек. И из них вот в товарообороте со всей структурой они зарабатывают вот в этой своей ноге 1000 долларов в месяц. Вам дает эта нога. Значит, вы получаете сколько от этого товарооборота, от этих веток вы получаете 3000 долларов. Если эти 10 личных, они работают, они пригласили 40 человек там в этих своих ветках, и эти люди, допустим, зарабатывают по 500 долларов в своей матрице со своей командой, вы получаете 15% со второго уровня. Это в ранге 3 звезды. Значит, будет сколько? Тоже 3000 долларов. Эти 40 человек тоже, допустим, они же тоже работают, приглашают. Это ваша третья линия. Допустим, у вас находится 100 человек. И каждый из них зарабатывает только там, допустим, по 100 долларов. То есть в этих матричках у вас будет, в этих, вернее, ветках будет у вас оборот 10 тысяч долларов. 5%, значит, это 500 долларов. Значит, вы зарабатываете 6500 долларов и получаете 140 новых партнеров. Сколько вы пригласили? Вы пригласили только 10 человек, которые вам дали такое движение. И причем в этом ранге вы будете ежемесячно получать эти деньги. Это стабильный заработок, потому что он складывается из ежемесячного товарооборота. А ежемесячный товарооборот складывается из ежемесячных подписок. Поэтому вот если вы создаете вот эти вот свои ветки, приглашаете людей, ваши люди приглашают кого-то, это первый, второй, вот у меня 21 лично приглашенный, это 21 ветка. Не факт, что все будут работать, там родственники мои нерабочие, пускай даже будет 5 рабочих веток, это уже солидный капитал, потому что это рабочие люди, они приглашают, и вот эти вот проценты мы будем каждый месяц получать. Сделав один раз работу, мы постоянно будем получать по этому бонусу деньги. Следующий бонус, это как бы я в двух словах скажу, это есть уровень 3 звезды элиты, он только достигается благодаря квалификации, его нельзя купить, и здесь у вас каждый раз, когда у вас будет, значит, бонус быстрого старта, fast start бонус, когда подключаются новые партнеры, покупают себе ранги. Значит, каждый раз где-то кто-то берет у вас до первого поколения 3 звезды, но я это вам потом расскажу, это не буду вам голову морочить, вы каждый раз будете получать 2 доллара 1,1 от всех партнеров. Если у вас, например, за месяц подключится, скажем, ну сколько там, допустим, 1000 человек, вы на этом заработаете от 1,5 до 3000 долларов. Ну, это так. А если больше, значит, гораздо будет больше. И это тоже очень хороший заработок, это пассивный как бы доход от структуры, от команды. Вы не знаете этих людей, деньги будете получать постоянно, потому что постоянно люди работают, людской поток остановить невозможно. Я вам привела вот тоже фрагмент из своего бэк-офиса. Значит, видите, здесь начисление идет с 1 мая по 31 мая. Значит, 1 июня были начисления. Просто я это увидела 2 июня. Я не знала, что это там кнопочка была, и потом я ее нашла. Значит, здесь показано по матрице 0, потому что еще люди не встали у меня, вот мои родственнички, да. Дальше, матчин бонус лидерский тоже 0. Почему? Потому что веток нет, еще никто не работал, оборота никакого не было. И вот по единой линии они уже мне начислили 5,45.
Я устно сказала, я не стала показывать, потому что компании запрещено показывать заработки в интернете. Если они где-то найдут это, то такой аккаунт будет терминирован. Будьте очень внимательны и не показывайте нигде никакие свои слайды с вашими заработками. Если кто-то хочет, то даже через экран не показывайте, потому что кто-то может с той стороны сделать скриншот. Есть очень много недоброжелателей, могут отправить компанию и будут у вас неприятности. Поэтому никогда не показывайте свои заработки через экран. Значит, мне буквально за 2 дня, за 3 человека не работающих, компания насчитала $5.45. Я, конечно, была очень обрадована и удивлена, потому что действительно это единая линия, которая выстраивается, она нарабатывается целый месяц, и 1 июля у нас будут начисления. И, в принципе, я думаю, что $35 должны быть у каждого из нас, даже кто не работает, для того, чтобы проплатить следующую ежемесячную подписку. И ее можно проплатить будет прямо из бэк-офиса. И из бэк-офиса внутренними деньгами можно будет тоже оплачивать вход наших партнеров. Значит, квалификацию для получения ранга 2 и 3 звезды можно или сразу купить при входе, чтобы быстро зарабатывать, или можно сделать путем построения вашей организации. И, в принципе, это тоже легко делается. Значит, для того, чтобы получить комиссионные, нужно иметь активность, естественно, хотя бы $35. Значит, ранг, ну это считается одной звезды как бы. Ранг 2 звезды, это вам нужно иметь 10 активных партнеров в разных ветках и не более чем 40% от объема в любой ноге. 40% это 4 человека. А вам нужно иметь 10 активных партнеров. Это значит, что вы или лично сами подпишете 10 партнеров, или же вы, у вас будет сколько? 4, 4 и 4. В 3 ветках по 4 человека. Вот вам достаточно. Если даже у вас будет в какой-то ветке 10 человек, вам все равно компания засчитает 4 человека. Значит, вам нужно 3 ветки. И в каждой ветке по 4 человека у вас будет ранг 2 звезды. Ранг 3 звезды. Вот у меня, я хочу выйти скорее на ранг 3 звезды. Это или 100 личных партнеров у вас, или у вас будет, например, по 40 человек в каждой ветке. Это значит, что у вас должно быть минимум как бы 3 ветки по 40 человек. Это у вас будет 120 человек. У вас уже выполнен ранг. Поэтому вы можете зайти, например, если нет денег, зайти на квалификацию $35, начинать активно работать. Вы станете на 2 звезды, все равно ваша матрица она не заполнится быстро до 12 уровня, поэтому вы ничего не теряете. Вот. Но естественно, что те, кто начинает приглашать по фаст-старт бонусу, начинают больше зарабатывать, если у вас будет ранг 2 или 3 звезды. И ранг 3 звезды элитный, нужно стремиться в элиту, потому что здесь самые крутые заработки вы будете получать там слева-справа от всех вновь входящих. То есть это полностью все бонусы по всем направлениям. Нужно иметь 500 проплаченных активных партнеров вашей личной генеалогии, не более чем 40%, то же самое от объема в любой индивидуальной ноге. Это значит, что 40 это сколько? 10 веток это $400. 12, 13, сколько? 13 должно быть веток по 40 человек. Вот если у вас будет 13 веток и в каждой веточке будет 40 человек, вот, или ваши еще лично партнеры засчитываются, значит у вас будет ранг 3 элит звезды. И еще у них есть такое понятие, как анроллер дерева. Оно стоит отдельно от матрицы. Каждый лично приглашенный партнер вашей организации создает новую ветку вашего дерева. То есть у вас будет вот это вот, вы как солнышко, и у вас вот эти вот будут веточки вот, находиться как солнышко. И от каждой ветки вы будете получать хорошие комиссионные, которые я вам показала, до определенных уровней в зависимости от вашего ранга звезды. И нет предела тому рекрутирования и создания веток. Чем больше вы будете создавать веток, тем больше будете зарабатывать. Подписывайте только под себя, ни в коем случае не подписывайте под кого-то там из жалости или родственнички ваши. Делайте себе карьеру, потому что у нас есть там, вы видели, лидерская доска. Очень приятно там быть на лидерской доске. И я спрошу у своего спонсора американца, какие там
будут какие-то привилегии, преимущества, я еще толком не знаю. Но те, которые находятся в топ, компания потом будет давать какие-то премии, я не знаю, то ли денежные, то ли поездки какие-то будут. Этот топ сделан не зря, поэтому это чисто финансовый вопрос, а чисто патриотический вопрос. Я настолько хочу, чтобы там были наши флажки, чтобы там, ну, у меня, к сожалению, бельгийский флажок, а я хочу, чтобы там российские были, украинские, Казахстан, Прибалтика, и чтобы особенно как можно было российских флажков. Поэтому, ребята, постарайтесь, подтянитесь. И покажите, что мы дружно работаем. Мы позже начали, чем американцы. Они с апреля начали. Мы только сейчас узнали про эту компанию. Но мы так рванем, что... Вот, Роман, я тебя жду только рядом. И буквально на днях. И чтобы там были наши флаги. Давайте покажем, какие мы крутые. И как мы здорово с вами работаем. Ну, это я вам уже объяснила. Вот три ноги. Вот, допустим, сделать две звезды. Это вам нужно... Здесь показано... что в каждой ножке у вас один личный, и тут три человека. Значит, четыре человека, это у вас уже все, вы перешли на две звезды. И я думаю, что это очень легко сделать, и на две звезды вы быстренько перейдете методом вот этих вот квалификаций. Вывод у нас на Global Wallet. Компания еще только-только родилась, только вот она вылупилась из яйца, как говорится, да, несколько дней работает, 5 дней, но она уже стартанула с выводом на карту. Я просто в восторге, потому что мы настолько устали от всяких префектов, Пейзы, вечно у нас проблема с обменниками, обменники с нас шкуру сдирают, значит, там 7-10%. Сегодня вообще сказали солида, там через какой-то обменник 17% был. Это же ужас какой-то. Вот. А здесь у нас деньги поступают прямо на карточку, вы заказываете. Я вам все советую Visa заказывать. Она $15 и $35 с доставкой прямо к вам в руки. А MasterCard, она стоит $15 и просто по почте придет. Ну, по почте можете затеряться. То есть я выслала документы, следующий этап в начале недели будет верификация, проверенный, я заказываю карточку, ее можно будет заказать из комиссионных, вы заработали деньги, вывели деньги сюда на кошелек вашего e-wallet, из кошелька прямо заказали себе карточку. Если по DHL, как они визу отправляют, она придет в течение суток, поэтому доставка очень быстрая. Если вы включаетесь активно в работу, верифицируете свои документы, уже буквально, наверное, в июне можно получить карту и выводить деньги по Fast Start бонусу, который мы получаем еженедельно. Вот такие вот условия по карте. Я запишу обязательно сейчас много роликов по бэк-офису, по карте, как заказать путевки. То есть у нас работы очень много, я сейчас сделаю... сайт команды, чтобы у каждого был свой сайт-визитка. В общем, только-только, ребята, начинаем работать, все будет у нас классно. Преимущества вы сами здесь, как видите, очень хорошие. Самое главное, что это не хайп, не пирамида, это законная компания. Здесь ввод картами, вывод на карту. Здесь, в общем-то, я считаю, очень легкий, доступный бизнес. Здесь пассивный доход ежемесячный, растущий. Здесь переливы. Здесь нет никаких заданий, привязки к компьютеру. У нас 5 источников дохода. У нас интересная творческая работа независимого туристического агента в международной туристической компании. Вот у нас не хотите, не приглашайте, будьте просто путешественниками или ждите, когда там вам придут переливы, наблюдайте или учитесь работать, так как пашем мы, работаете, и у вас тоже будут большие деньги, большие структуры. Здесь главное желание, а деятельность, в принципе, она очень интересная и легкая. У нас есть мощное автозаполнение уровней, вы скоро это все это увидите. И, конечно же, экономия денег на путешествии, потому что иметь 50%, там 45-60% на всякие интересные, увлекательные путешествия – это здорово. И я думаю, что мы с вами обязательно встретимся в какой-то точке мира в этом году, вот, и наши мечты сбудутся в этом путешествии. Вот, это, конечно, здорово. И я всех призываю начинать активно работать, открывать для себя новую жизнь.